Hello everyone. I still in Helsinki. My bus in St. Petersburg leaves in 30 minutes. And while I have time, I decide to record a video. Если вы поняли, что я сказал, значит, с английским у вас даже, наверное, лучше, чем у меня. Вот. А сказал я, что я нахожусь в Хельсинки, автобус у меня через 30 минут. И пока что вот я нашел такую вот уютную улочку, где все ездят на великах, просто бегают, еще чем-то занимаются в самом центре города, чтобы скоротать эти полчаса. Хельсинки прикольный городок. Кажется он таким маленьким, тихим и спокойным. Хотя на самом деле здесь живет 5 миллионов человек. Куда они здесь все влезли, не понимаю. Много фишечек и плюшечек. Много всего интересного. Посмотрел, походил в церкви, поплавал, на какие-то острова сплавал. В общем, здорово. Вот, побывал в пригороде. Фишечка тут прикольная. Билет суточный на 8 евро. Включено все. Пароход, метро, трамвай, автобус, троллейбус. Да все что угодно. На всем покатался. Прикольно. Ходил по магазинам специально. Деньги тратить особо не хотелось, потому что все довольно-таки дорого. Но хотелось общаться с носителями английского языка и подтянуть свой English. Ну, поэтому ходил и общался со всякими продавцами, мерчендайзерами, кассирами и так далее. Can I buy cigarettes? Yeah. Marlboro, red, white. Ну и так, в таком духе. Вот, ну, прикольно, короче. Вот, очень жаль, что время уже подходит к концу, что уже пора уезжать. Но я думаю, я сюда обязательно вернусь, так как my first ever trip оставил самые приятные впечатления. И теперь мне хочется покорять другие города Европы, другие страны, открывать для себя что-то новое. В общем, это круто, всем рекомендую. Можем в следующий раз поехать вместе. Вот, а завтра на работу, опять продавать муку. Но самое хорошее в этом всем, что завтра уже пятница, послезавтра выходные, а помимо этого, завтра я иду на Газпром-арену слушать и смотреть, и участвовать в шоу группы Rammstein. Так что буду исполнять желание свое, наверное, 12-15-летней давности, когда я очень хотел попасть у них на концерты. Вот, мечты сбываются. Чего я вам желаю. Так что давайте, не сидите на одном месте, делайте что-то. И жизнь ваша станет прекрасной и не скучной. Давайте, всем мир. Bye-bye.